Ребят, ну что, стоим, в общем, мы в порту. Завтра только начнется у нас погрузка. Вот, сейчас буду рассказывать вам, что мы имеем на мосту. Сегодня светлее, хотел ночью снять, но думаю, что днем будет лучше видно. Поехали быстренько. Значит, сразу начнем. Что у нас с правой стороны? ГМССБ, да? Значит, Инмарсат. Два комплекта ПВКВ радиостанция длинноволновая, да? Также принтера к Инмарсату идут, спутниковый телефон, который заблокирован, им никто не пользуется уже давным-давно. Вот. По пожарке огнетушителя два у нас на мостике, углекислотный, с левой стороны порошковый, 6-килограммовый. Вот. Также радар-транспордер, передатчик, вот, который берется с собой тоже во фрифолбот, когда судно покидаешь. Также эпирба два у нас, один внутри рубки, другой снаружи, вот мы видим, да. Также из каждого крыла у нас спасательный круг, он с огнем идет и, в общем, с дымовой шашкой. Также репетера с каждого борта установлены, гирокомпаса. Вот, куда можно устанавливать пеленгатор и, соответственно, брать пеленгатор. Ну, вот это тоже кто не занимается уже давным-давно, хотя, по идее, надо практиковать. Дальше, здесь у нас стол, власти приходят, иногда у нас также есть карго-офис, но чаще всего на мост они все приходят, здесь все формалити решаются на этом месте, короче. Вот. В этом ящике у нас лежит Aldis Lamp. Aldis Lamp, кто не знает, это ну, типа фонарик такой, да, которым ты можешь подавать необходимый сигнал. Вот. Единственное, что у меня стикера на него нет, он должен быть здесь тоже, будем заказывать. Также батарейки, дополнительные, короче, станции VHF, вот сама Aldis Lamp. Сейчас я вам покажу ее. Ящик, конечно, здесь не ахти удобный, точнее мешок. Вот, вот она Aldis Lamp, тоже ее надо проверять раз в месяц, чтобы лампочка горела. Вот. Здесь у нас вот они, emergency. С собой берешь тоже, когда судно покидаешь. Батарейки, соответственно, отсоединены. Вот. При необходимости они тоже подключаются. Также проверяешь каждый месяц. Вот. У них свой срок годности тоже. Так, поехали с этой стороны. Чего мы имеем? Значит, интерком-система, громкая связь. Вот, с различными помещениями. Здесь, значит, ошибки вылетают с машины. Какие-то определенные здесь мы скриптируем их, отменяем, ну, чтобы не пищало. Вот, также телефон на каждую каюту. Можно позвонить. Так, тут у нас температура воды, давление топлива. Там-тарам-бам-пам. Это у нас, значит, ручное управление, переходим тоже. Вот. Экстренная остановка вентиляции, трюма, машинного отделения. Вот. Можно машину остановить красной кнопкой отсюда тоже. Это у нас, значит, автопилот. Отсюда управляется, да? Он сейчас на ручном стоит. Соответственно, переходишь на follow-up и управление идет вот с этого джойстика. Это дворники. Это у нас первая УКВ станция. Это AIS, Automatic Identification System. Ну, думаю, все моряки должны знать об этом. Определяет в радиусе там пару, ну, несколько десятков миль сюда. Вот. Это у нас, значит, пока картушка гирокомпаса, магнитного компаса. Здесь. Это у нас эхолот, smoke detection система. Тоже, если где-то задымление, соответственно, датчики стоят по судну везде, будет срабатывать. Также есть отдельная панель, тоже оттуда же ошибки сквитируешь, отменяешь, смотришь, где задымление. Вот. Это подруливающее устройство, он же Bolt Raster. Отсюда управление идет. Дальше. Первый, значит, радар Furuno фирма. Agdis Maris 900. Будем менять ее в Норвегии. Наконец, нормальный тег-диск, который был на прошлом судне. Вот. Может быть, видео потом сделаю.
Также аудиосистема здесь на судне. Короче, все очень даже неплохо в этом плане. Музычку можно послушать. Здесь управление машиной, принимаешь машину, соответственно, добавляешь оборотов. У нас винт регулируемого шага. Вторая VHF-ка. Так, дальше поехали. Здесь тоже так же, да. Переходим на Bridge Control. Отсюда. Вот. Здесь управление светом. Навигационных огней, значит, запасные, основные. Вот. Это значит у нас Emergency Steering Gear. Это же рулевая машина, на нее насосы два. Отсюда же включаются они. Вот. В море, как правило, одним пользуемся. Это у нас Watch Alarm. Используется. Ну, мастер включает, когда ночная вахта. В основном, по идее, она должна вообще постоянно днем и ночью работать. Также управление светом. Это отсюда же подается, значит, General Alarm. Также громкая связь есть. То есть дополнительно, когда идет сигнал, допустим, 7 коротких, 1 длинных, и дополнительно еще вещаешь, что случилось. Вот. Здесь у нас вспомогательные двигатели. Вот сейчас у нас работает один. Когда дополнительная операция, подключается второй вспомогач, соответственно. Пожарные насосы, два, тоже отсюда управление идет. Второй радар, второй комплект электронки. Здесь журналы, значит, я заполняю ГМССБ, компас и Reservation Book. И, ну, соответственно, логбук, понятное дело, тоже заполняю. Это основной журнал. Это у нас GPS-ка. Кстати, пропустил лог доплеровский. Мы с него дистанцию не снимаем, мы снимаем дистанцию с GPS-ки. Вот, намного удобней. Вот, также Navtex ресивер здесь установлен. Барометр, давление, да, смотрим отсюда. Также пожарные извещатели справа, с левого борта в рубке есть. Вот, что еще? Температура. Это стол капитана. Вот, отсюда переписка ведется. Вот, что здесь? Ну, здесь дополнительные какие-то информационные, так скажем, бумаги, которые по балластам, вот, по спасательным сигналам, вот, по флагам, международным кодом сигналов, также работа, рабочие часы, расписание по тревогам, вот, еще тут тоже сделали, как трап нужно вооружать, какой должен быть трап, какие его, ну, в общем, все процедуры, значит, девиация, да, таблица тоже здесь. Для поправок, для журнала тоже необходимо. Также у меня два лаптопа. Это по книжкам электронные. Каждую неделю обновляю. Вот. Ну, какие-то папочки здесь, не будем зацикливаться на них. Так. Это у нас, значит, аптечка. И самое главное, ну, кофеварка, соответственно, чайник, чтобы все здесь было обязательно. И вот эта система, которая компания использует, то есть судовладелец. Вот видим, да, запись идет. В приложение заходит, может смотреть. Это камера 360 градусов, он может смотреть, что происходит в машине. Также на корме и вперед тоже камера смотрит. Ночью, кстати говоря, она очень хорошо, как почти камера ночного видения работает. Может быть, как-нибудь покажу. Это у нас хронометр, часы, да, клинометр. Вот. Ну и все. Также на мостике запасные два лайфджекета спасательные, значит, и... Ну, вы поняли, да? Лайфджекеты, что это такое? Жилеты. И два emergency suits. Вот, гидрокостюмы. Также пиротехника еще имеется. Ну, пиротехнику не буду показывать. Ничего сверхъестественного. Вот. Ну, в принципе, все, ребят. Не буду задерживаться. Видео очень много весит. Трафика мало. Все. Всем пока.